Привет, друзья! С вами я, Морфий и... И Нубик. Сегодня мы будем проходить Гренни. Так что, ставьте лайки, подписывайтесь и давайте начинать. Так, я делаю потише звук. Надеюсь, у вас не пропадет звук потише. Так что сегодня будем ее проходить. Давайте. Сложность easy, quality high. Это графика. Давайте начинать. Погнали. Короче, тут сложно читать все, это непонятно что. Так, давайте. Это очень страшная игра. Вы за это должны просто поставить лайк. Дизлайк. И что? И дизлайк. Какой дизлайк, нубик? Лайк и дизлайк. Зачем дизлайк? Только лайк. Лайк и дизлайк. Только лайк. Все, ребята, смотрите, мы появляемся. Это, кстати, новейшая версия. Игры. Смотрите, мы можем... Нубики, извините. Смотрите, ребята, мы появились. Мы можем прятаться под кроватью. Прикол в том, что Гренни... Тут дед и Гренни есть. Тут есть Гренни и дед. Они вместе. И... Да, они еще не разведены. Так, давайте... Спрячемся. Я боюсь, знаете, что я боюсь? Я боюсь спать под полом. Нужно что-то уронить, чтобы она подошла. В чем прикол, ребята? Во-первых, я не знаю, как спрятаться от Гренни. Во-вторых, я не знаю тут ничего на этой карте. Смотрите, лодка, это надо... Давайте спрячемся вот тут. Ой, смотрите, давайте. Смотрите, ребят. Нубик, как ты обосрался уже? Day 2. За это надо поставить лайк. Так, давайте. Да! Проходим дальше. Все, открываем дверь. Нубик, смотри. Как, короче, не спалиться? Смотрите, можно в шкаф залезть. А, понял. Гренни была тут. Гренни идет. Что делать, ребята? Упс, извиняюсь. Она идет на шорах. Она идет. Она идет. Куда? Ну, давай сюда. Игра вообще-то очень веселая. Так, игра очень веселая, во-первых. Так, мы не можем пролистнуть эту рекламку. Так, мы продолжаем дальше. Смотрите, наступил день третий. И в день третьем... Смотрите. Так, нубик, не... Потише, нубик. Смотрите, все. Погромче! У меня есть тактика. Как мы будем. Хорошо. Так. Громче, ребята, смотрите. От Гренни вообще очень сложно спрятаться. Идем вниз. Мы не знаем, во-первых. Смотрите, это канализация. Смотрите. Нубик, что это? Смотри. Нубик, ты снимаешься, нет? Нубик, что? Да! Это подвал! Это канализация. Это гроб! Она идет сюда. Нам надо встать тут. Как тут вообще можно эту игру пройти, если тут вообще не фиг знает что? Да. Давайте пойдем наверх. Он был вон там за этими решетками, дед.
колокольчик звонит. Ребята, я не понимаю, она идет вниз к нам. Ладно, давайте пойдем наверх. Так смешно. Ладно, давайте. Тут она, походу, сейчас ходит. Короче, ребята, я сейчас ухожу вниз. Сюда. Потому что я секунд. Давайте моторчик. Пойдем снова наверх. А, это у нас потекло. Тут. Канализация. Идем вверх. Упс. Так, ты не правильный мапс. Ага, да. Ты 1-4. О, она идет сюда. Иди, иди, бабка. Дам пирожка. Ребята, я просто не понимаю, как можно в этой игре ориентироваться. Кто за 4 лайк? Кто за маленький лайк? Кто за Хаймана лайк? Кто за всю семью лайк? Ладно, продолжаем. Погнали. Погнали, ребята, врываемся. Врываемся. Смотрите, врываемся, пиздец. Вообще я могу убежать от Гренни, потому что я профессионал. Но я не могу этого сделать, потому что я секунд. Ту-ту-ту-ту. Идем заново. Опс. Я лег под кровать, ребята. Надо было ее закрыть в комнате там. В подвале. Она открывает дверь, ты не в курсе? Да, я в курсе. Так, ребята. Не забудьте поставить лайк. Выходи, выходи, а то так неинтересно. Так она пошла вниз. И что? Куда мне идти? А тут дед. За бабкой. Я не понимаю. Я дезориентир. Они тут, они наверх. Дед где-то тут. Ребята, дед может быть тут. Бабки тут не будет, но дед может быть тут. Ребята, а не в курсе, тут нужно ключики собираться. Ребята, такое. Тут может быть дед, даже тут. Ребята, я очень боюсь. Потому что тут дед где-то ходит. Это капец, как тут можно... Это бабка. Как она так быстро ходит? Там была Гренни. Она держала свою дубинку перед моим глазом. Да, давайте проследим за бабкой. Что она будет делать? На этом мы заканчиваем, потому что очень страшно. День четвертый, ждите продолжения. Всем пока!